следующая модель слитного купальника, но уже без каркасного. Очень интересная по своему дизайну модель. Как вы видите, здесь и отдельно как будто бы лиф, да, есть такой кусочек обнаженного тела, заставляет модель рассматривать, как это он так устроен. На самом деле все достаточно просто. Здесь это стабильная сетка PowerNet, создает эффект открытого тела, но на самом деле здесь она все-таки закрыта, и там кто переживает, что будет вываливаться животик, нет, он вываливаться не будет, все будет поддержано, все красиво. Здесь эластичная зона, да, для того, чтобы рассесться на любой животик, кому важно, и трусики, да, такая имитация плавок. Давайте подробнее остановимся и рассмотрим крой чашки. Посмотрите, еще раз повторяю, конструкция не имеет каркасов. Здесь у нас такая прямая отрезная линия снизу под грудью, но есть конструкция, которая собирает вот эту вот внешнюю зону груди, да, и как бы направляет ее к центру, сближает для создания красивого декольте. Диагональ рассчитана тоже на скругление и смещение, да, создание такой полной чашки для того, чтобы нам, у нас было место, где грудь расположить. Обратите внимание, что он ее не плющит, но создает немножко такую ретро-форму. Для кого-то это может быть принципиально. Кто, например, любит и носит бескаркасные топы, то для них это может быть абсолютно естественная ежедневная история, которая плавно перейдет в их пляжный гардероб. Высокая перемычка, она здесь стабильна, специально отдельно скроена, не дает растяжки, не дает провисания. Под декольте здесь все тоже стабильно, да, то есть у нас здесь внутри сетка в тон купальника, но мы с вами потом рассмотрим его еще изнутри. Бретелька имеет такой декоративный элемент, но на самом деле она очень стабильная. И если мы с вами посмотрим этот купальник со спины, то увидим, что здесь стабилизация идет еще и закрепление бретелей крест-накрест. Бретельки регулируются по всей длине. Это очень важно, если вы будете рекомендовать эту модель девушкам с высоким ростом. На что хочу обратить конкретно ваше внимание. Я не случайно пригласила Кристину. Кристина у нас девушка высокая, но у нее прекрасные длинные ноги, хотя она говорит, что они не такие длинные. Но на самом деле особенностью Кристины это длинный торс. И вот здесь нужно быть внимательным. Если у вас приходит девушка, у которой длинное, да, туловище, то регуляция бретелей нужна обязательно. Иначе вы не посадите этот купальник. Он будет смотреться на ней, ну так скажем, как будто бы он ей мал, да, при этом будет очень сильное давление на плечах и в зоне бикини. Да, будет ощущение, что давят и сверху, и снизу. И будет очень некомфортно. Но здесь, посмотрите, какая хорошая посадка, какая ровная, гладкая спинка, открытые трусики, красивая открытая спина, создается прекрасный корректирующий эффект. Это тот самый случай, когда купальник выполняет еще и функцию корректирующего белья. Это ли не мечта каждой женщины иметь на пляже прекрасную фигуру и не стесняться раздеться? Девочки, обратите внимание на эту модель и обязательно добавьте ее в ассортимент, тем более классические черные купальники продаются все сезонно. А сейчас хочу вам еще показать купальник слитный, бескаркасный, который мы рассматривали только что. Как он выглядит изнутри. Посмотрите, внутри чашка сшита прекрасно. Бренд подумал о комфорте клиенток и сделал швы внутренние. То есть ничего по чашке грудь раздражать не будет. Сетка, где лиф, она более стабильная. Где у нас тело, она такая нежная, тактильная и напоминает вторую кожу.